В Рапалово грустят 13 медведей. Центр помощи диким животным Велес сам просит о помощи. В приюте заканчиваются яблоки, груши и морковь. А это главный источник витаминов для питомцев. И у всех хороший аппетит. В среднем один взрослый медведь съедает 2 ведра фруктов в день. Морковь любят лоси, ламы. В Велесе есть и экзотические постояльцы, и карликовые лошади мини-хорсы. Сотрудники центра готовы принять все это в дар для своих подопечных. Пригодится и физическая помощь. Можно принять участие в заготовке ивовых и ольховых веток для крупных копытных. Секаторы, перчатки и мешки для благого дела добровольцам выдадут на месте.